Йо, ватсап, и с вами бородатый лингвист и его шоха. Сука. В общем, сегодня... Сегодня мы пьем текилу. Текилу пьем почему? Потому что мы играем в дринкинге. В театре есть хуйня, надо выпить стопочку, чтобы, ну, нормально пошло. Ты откуда знаешь, как в театре? Йо, ватс... Йо, what's up? И с вами бородатый лингвист. И... Его не бородатый оператор, и звукооператор. Да, звукооператор. Сегодня мы играем в Drinking Game. Что такое Drinking Game, я думаю, вы знаете. Но это не просто Drinking Game, потому что у нас канал связан с чем? С языками, да? С языками связан. Вот, и поэтому мы играем в Language, в... даже не просто в Language, great, the great. А The Great. The Great Language Game, Drinking Game, конечно же. Вот, для этого нам... Нам поможет вот такая вот бутылочка, она уже немножко начата, потому что мы уже начали. Возможно, вы сами, вам самим понравится в эту игру играть, Возможно, вам самим понравится играть в эту игру, вы с друзьями начнете, ну хотя... Но если вам и друзьям меньше 18 лет, в эту игру играть не рекомендуется. На территории Российской Федерации. Можно, можно. При батьке можно, знаете, это, ну, шампанским только чуть-чуть нормально. Короче, ладно, в чем суть игры? Игра заключается в том, что вам дают то ли 10, то ли 20 секунд какого-то языка, какой-то речи. И вам нужно угадать, что это за язык, что это вообще такое. Видео будет матом, материмся, пьем, поэтому если вы... А, да, еще это видео абсолютно бесполезно. Если вы, короче, пришли сюда учить английский, вам это вообще нахуй все не надо. Так что не надо вам все. Ну как бесполезно? Смотри, здесь соревнуется человек с почти высшим образованием, да, с человеком без образования. Да, и нам, мы как бы решили узнать, кто из нас лучше угадывает чужие языки. А еще как бы, я не знаю ни одного языка и знаю очень плохо русский язык. Да, да. А я знаю очень плохо русский язык, английский язык и китайский язык. Но, тем не менее, мы попробуем. Ладно, в общем, мы начинаем. Вот, вот прям вот. Итак, поехали. Да, все, я все сказал, да, все сказал. Да. Поехали. Muy profesionales, no dudo que no lo sean hoy en día, pero es eso también un nivel de exageración. Y claro, la participación rusa tiene que ver algo con propaganda a nivel europeo más que a nivel americano. ¿Cuál es la real capacidad de las Fuerzas Armadas venezolanas? Говори. Ну, начало было, я думаю, что когда украинский язык, но сейчас, ну, ближе к концу, мне кажется, это спейниш. Ну вот я тоже думаю, спэниш, но Romanian же, он тоже похож на них, нет? Это ж типа... Мне кажется, они больше ля, хуа. Не-не-не, это почему-то... французы, нет. Ладно, я тоже думаю, что спэниш... Хотя 3 метра уровня неба, и там... Все... Нет, потом ладно, хуй с ним. Пускай будет спэниш, окей. Да, это был спэниш, никто не пьет. Но если кто-то хочет выпить, он может выпить, мало ли, никто не знает. Следующее. Rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. Three. Parents have a prior right to choose the... Тут же нет немецкого. Да. А что это? Ну, мне кажется, да, Даниш. Думаешь, Даниш? Это Даниш и Даниш? Нет, это английский, в общем, ты проебал, чувак. Это английский язык. Да, мои зрители, я думаю, знают это. Конечно же, знают. Мы же с вами не зря этой хуйней занимаемся, да? Так что, Кирилл, давай, прошу тебя. Бля, я прям был уверен... Нет, я не сел на экран, я был уверен, что это немецкий язык. Нет, ну, ну, бля. Ну, английский, немецкий, какая вообще разница? Так что, пока 1-0. Я не... Может быть, мы будем это записывать. Тебе, может, соль, нет? Да я без соли. Без соли. Балыш, может, соли. Был у меня один раз один опыт с солью. Ничем хорошим он не закончился. Пап, мам, я шучу. Не было такого. Мне родители... Я шучу. Нет, такого не было соли. Итак, поехали дальше. Налей мне еще стопочку. Afirmam que a decisão do divórcio não tem sido fácil. Ambos dizem que vão continuar a trabalhar juntos no processo de construção do Estado para assegurar a prosperidade do povo timorense, com Kirsty desenvolvendo o trabalho comunitário para melhorar as vidas das mulheres e das crianças timorenses e ajudar a construir... Portugúcio, это португальский? Португальский, португуси, португуси. Португуси. Я думаю, это... Португуси. Я думаю, это португуси. Португуси. Я сначала хотел сказать, что это китайский, но мне тоже кажется, там были очень много европейских слов, поэтому, скорее всего, это португальский. Да, португис, португис, слишком просто. Таулот, кипатно, бамарачуч, лина, яскамитау. ለያንዳንዱ ብቁ መራጭ የዘንድሮው ብሔራዊ የምርጫ አጀንዳ ትኩረት
በኢኮኖሚውና ጥገኝነት ጥያቄዎችን ወደ ፓፑዋ ኒውጊኒና ናውሩ በመላኩ ማቀፍ ውስጥ የተከፈፈ ነው። በተለይም ኢኮኖሚው አቶ ራደም አው знаешь, вот сейчас я буду отвечать, как я это делал на ЕГЭ. Давай, ну-ка. Я глянул на все варианты, я ни один из них не знаю, кроме... Это... Второй же это китайский? Да, китайский, но это не... Вот, ну так это единственное, которое я знаю, значит, это неверный ответ. Я в ЕГЭ делал, и то, что их знакомое было неправильное, скорее всего. Ну и больше всего мне нравится это... Амхарик, не знаю, что Амхарик, это. Да. Почему-то мне кажется, я знаю, у меня была девочка знакомая из Таиланда, Тайка. Это не похоже на ее язык, это точно итальянский. Я почему-то думаю, китайский точно, хотя фиг знает. Я знаю только китайский путунхуа, то есть основной. Это какой-то юэ, я не знаю, что это за... Ты его знаешь какой-то? Тоже не знает. Амхарик. Я, короче, ладно, я хочу за гаитянский. Давай за гаитянский. Амхарик, Кирилл, ты выиграл. Он снова... Вот. Это так же ты издал ЕГЭ. ЕГЭ я сдал неплохо. Я поступил в университет. Пока я пью, ты можешь рассказать, как у тебя прошло твое знакомство с университетом. Отличная история. Спасибо, Кирилл. Хорошо. Посетителя情报从18号早晨7点起对与博物馆相邻的议会及其周边地区部署了治安部队加强了巡逻力度. А с другой стороны, это может быть и корейский язык. Думай, думай. Но я, ну, я сразу подумал, что китайский, потому что как бы, ну, почему не китайский? Ну, это правильно, это мандаринский акцент, китайский мандаринский. Я просто его изучал. А тут просто написано мандаринский. Ну, мандаринский это основной акцент. Всегда на мандаринском. Все предполагают, что они должны говорить на мандаринском, но некоторые китайцы говорят на каком-то, блядь, птичьем языке, хуй пробей вообще. 1-1, да? Что такое кве... Если бы я знал... Ты знаешь этого слова? Кью и чуа, я не знаю, что такое. А хуа? Хуа, хауза тоже нет. Я думаю, что это что-то с домом связано. Хауз, дом. Хауза, это, наверное, домашний. Похоже на язык какой-то людей, которые живут где-то около Африки. Ну, типа вот эти... Ну, я тоже смотрю на африканский. Почему? Потому что там были дольки французского, на самом деле. Африка была в колонии Франции, если не ошибаюсь. Может быть, не ошибаешься, ну, я не знаю. Не вся Африка, суть в том, что очень многие страны африканские, именно которые на этом континенте расположены, у них второй язык — это французский. То есть, вот этот свой какой-то и французский. Поэтому почему-то мне кажется, что это африканский. А что такое финский? Финляндский. Это не финский, не вьетнамский. Финский, да. Не два хаус и куэ. Я думаю, да, африканский. Ну, пускай будет африканский. Хуёво, что мы... Нет, это хауса. Ладно, чем мы заявляем. Хаоса. Хаос. Ну, может, это доктор Хаус, блядь. Я думал, язык хаоса, знаешь, что-то типа там... Там в конце, кстати, потом покажут, откуда эти языки вообще, откуда они нахуй взялись. Покажешь страны? Да, страны. Надо принципиально что-нибудь другое отвечать. Вообще, обычно я пользуюсь своей интуицией природной. Поэтому до сих пор у тебя нет ребенка. Ну да, ладно, поехали дальше. Effettivamente sostanziali queste motivazioni. Molti parlano di una macchina del fango quotidiana, al quale Marino è sottoposto. Ну, я думаю, даже слушать нечего, итальянский пускай будет, если нет, то мы снова выпьем. Да, итальянский — это легко. Изи вообще. Мне кажется, ладно. Короче, я скажу так. Я услышал два знакомых слова из китайского, которого я знаю. Chinese Yue, я не знаю, что это Yue. Ну, в общем, почему-то мне кажется, что это китайский Yue. Либо Кьюи Чуа. Но хер знает, что такое Кьюи Чуа, потому что это точно не японский, точно не португальский. А, еще бенгальский. Вот, я как-то... Бенгальский — это, между прочим, язык, на котором разговаривает наш... Как его? Премьер-министр. Премьер-министр — это Медведев. Блин. Министр иностранных дел, Лавров. Вот, он знает, получается, арабский
Английский и бенгальский. Бенгальский — это где-то там, короче, на Шри-Ланке какой-то остров. Ты думаешь, что это бенгальский? Я думаю, что... Окей, ты за бенгальский, да. Я за китайский. Поехали. Чанисью — это кантонский. Кантонский? Это кантонский? А кантон — это где? Кантонский — это Гонконг. А, как бы китайский, но американизированный. Нет, у них просто свой диалект. Типа старый. Можно его назвать старым китайским? Мы, кстати, проебали. Чё? Чё проебали? Ну, мы, в смысле, игру закончили, раунд закончился. Кьюичуа — это из Перу. Хауса — это Нигерия. А Амхарик — это Этиопия. Эфиопия. Эфиопия. Этиопия. Эфиопия — это в Африке, ты знал? Это, да. Бля, да. Смотри, короче, это... Эфиопия, я знаю, где находится Эфиопия. Да? Ну, не... Молодец. Где-то вот здесь. Где-то там, да? Угу. Точка G? Mm-hmm. Я до сих пор не знаю, где находится точка G. Я тоже не знаю. Зачем на где-то точка G? Главное, знаешь, где находится... Нет, ты когда делаешь кунилингус, нужно знать, что ты делаешь. А как же кунилингус из фильма... Бля, даже Гевин рассказывал, что не нужно точку G. Бля, с парней проще. Вот на таком расстоянии. Давай. Так, смотрите, значит, что у нас есть. У нас есть китайский... Помимо всего, у нас есть китайский Skittles. Этот... Зеленый. Забыл его цвет. И мы сейчас будем делать распаковку. Распаковку и анбоксинг. Я не знаю. Распаковку и первое впечатление. Да, сейчас смотрите, значит. А давайте мне дать наугад Скитлсину, а я буду говорить по какому-то. Давай, 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 давай. Помещение этого Скитлса. Давай. Раньше был клевый. По-китайски все написано, я нихуя не понимаю. Он как Скитлс. Так. Как наш Скитлс. А, лам. Все, чек какой вкус. Помолчи. Лимон. Да, Вика, это ланман, это лимон. Давай, тут моя очередь. Что? Это апельсин. Либо желтая. Ланман, лимон. Ланман. Если вы не поняли, типа все, блядь, на китайском написано. Видно, что? Не видно. Сейчас фокус собьешь. Понежен. Не трясит, видно. Я не могу. Раньше он был клёвый, он прям разъедал тебе рот от кислоты. Да, ну, в общем, обычный Skittles даже. Я помню, от кислоты меня так разъедало. Попью и дальше. Второй раунд. نعم دكتور والزيارة حسب معلوماتنا إنه تستمر لمدة ثلاثة أيام فبالتأكيد راح يكون هناك محاور معينة محضريها حضرتكم للمناقشة فممكن تعطينا فكرة عن أهم القرارات اللي تتناولوها بهذا الاجتماع نعم الفرصة هاي خلال الثلاث أيام هدول изначально я думал что это финский язык какой-то или типа норвежский, потому что ну вот было похоже на то, что было в скаме. Сейчас я думаю, что это арабик. Я переводил скам. Ай, позорище. Ладно, окей. Мне кажется, это арабик. А мне кажется, это хинди. Не знаю, почему-то мне казалось, что это хинди, потому что там еще были очень много англицизмов, которые как раз-таки... Ну ладно, хорошо, арабик. Типа то, что индусы, это они были колонии Англии. Ну, колонии Англии, да. Да, логично. Ебать, как ты это делаешь? Че за хуйня, чувак? Чему я пытаюсь мыслить? Че? Кто-то будет говно. Да, как будет говно. Я продолжаю наш анбоксинг. Товар из Китая. Товар из Китая. Это Китай бумага. Короче, это Милка со вкусом Oreo. Будем ее пробовать. У меня не такой скучный канал, как вы думали. Он очень веселый. Так, держи. У тебя скучная жизнь, пиздец. Жизнь может быть, но канал веселый. Вы кто-то ел такой? Я вот это ела. Да ей. Нет, фу, она невкусная. Она невкусная, говорит. Ну что это? А она сладкая, как. Вот попробуй русскую Милку. Стоп, это Милка? Шоколад в России пить же, реально. А мне кажется, одинаковый абсолютно. Ой, предвзятый. Не, это Милка. Это Милка с Орео, ребят. Вот вы ели Альпингольд с Орео? Да это то же самое, только Милка с Орео. Это импортная Милка? Нет, это Милка. А, я покупал с Орео. Дай кусочек, дай сравню. Сам шоколад. Шоколад не сладкий, сам по себе китайский. Милка, она не такая сладкая. Да, одинаково, не? Что он больше кофейного привкуса. Там, может, что-то печенье. Ну, это просто сгущенка отдает. Там, не. Одинаково, мне кажется. Это вкусно. Это другая? Это две разные. Они разные? Да. Нет. Да. Одинаковые? Да нет. В чем разница? Ну, посмотри, есть белая начинка, а там нет белой начинки. Анбоксинг продолжается.
Анбоксинг продолжается. Значит, мы ставим пока видеоблогерский лайк. Я ставлю лайк, ты что ставишь? Он ставит лайк. Я ставлю ленивый лайк. Ты как бы не хотел ставить, но блогер сказал, что указал лайки, ты думаешь, что я заебал. Вы тоже ставьте лайки, если вам понравилось. Тут, короче, она с белой начинкой, как вы понимаете. Интересно, это будет вообще кто-нибудь смотреть? Почему-то... Где что? Ой. Отхвачивать из лайков. С белой начинкой, да, вкуснее. Это просто печенька была и все. Короче, смотрите. Если вы окажетесь в Китае, подумайте, какую милку вам взять. Берите пиво Харбин. Он там дешевый. Но если вдруг вы захотели шоколад, то берите, получается... Сникерс. Ну, сникерс не. Да какой? Ты хочешь вот это... Дав. Нет, вот это намного вкуснее, чем сникерс. Прям в разы вкуснее. Дороже. Но если вам деньги карман не жгут, то сникерс, короче, вам нормально. Так, мы продолжаем нашу игру. Дафа номер 22. معاشرے کے رکن کی حیثیت سے ہر شخص کو معاشرتی تحفظ کا حق حاصل ہے اور یہ حق بھی کہ وہ ملک کے نظام اور وسائل کے مطابق قومی کوشش اور بین الاقوامی تعاون سے ایسے اقتصاد короче, я хочу выпить текилу, поскольку что это осетинский. Я говорю урбу. Я просто хочу текилы. Это урбу. Ты знаешь, что в глубине души надеялся, что я окажусь прав. Осетинский, что осетинов не знаешь. А знаешь, мне кажется, дело в том, что только армянин. Ты ни разу не ездил в плацкарте. Когда ездишь в плацкарте. Вообще-то ездил в плацкарте, просто не с Новосибирска до Комсомольска на Амуре. До Хабаровска. А там потом. А еще ехал в плацкарте с Москвы до Астаны. Вот, а я ездил только с Комсомольска, это. Если вы погуглите, вы поймете, где это. Да, Хабаровск, это рядом с Хабаровском. Вот я там ездил в плацкарте. Хочу просто сказать, ты не ездил 5 дней в плацкарте. Это нет, не было. Я всего лишь жил за границей 1.5 года. Но... за границей. Кого это вообще волнует, когда ты жил в плацкарте? Да, почти жил. Да, короче, ладно. Знаешь, я прям чувствую, что моя печень прям очень усердно работает и не справляется. И тяжело. Конечно, мы полбутылки вжарили почти. Ох. Запись идет, идет, поехали дальше. Del Estado paraguayo consistente en una indemnización económica. Por otro lado, en el 2008 se publicaron los 8 tomos de la Comisión de Justicia que echó luz sobre todos los casos de violaciones de derechos humanos. Italiano. Я ничего не услышал, в общем-то. Я не понимаю, почему нельзя было получше убрать связь немножечко. Не похоже на норвежский. Норвежский вообще не похоже. Это похоже на норвежский. Это не похоже на испанский и не похоже на шведский. Это суахили. Я не знаю, что суахили. Это суахили. Это, короче, у меня был чувак из Кении, знакомый негр. Суахили. Стоп. Нет, нет. Подожди. Африканец. Не негр. Африканец. Я думаю, что испанский. Я не знаю, но пускай будет испанский. Я просто хочу выпить. Это испанский. Лингвисты победили! Россия! Я был уверен на все 100, что это итальянский язык. Почему-то я думал, что это либо итальянский, либо испанский. Мне... Они схожи. Для меня не похожи, но на самом деле сейчас какой-нибудь чувак, который изучает итальянский или испанский, скажет, ты что, идиот? У меня знакомые некоторые подходят ко мне и говорят, это вот японская конфета, переведи. Я говорю, я изучаю китайский. Ты тупой, и там иероглифы. Блин! Ёшкин кот! Поехали. Masukan masukan lan menawi panjenengan kadah kepengingan ingkang lebet badhe sinau bab pangandikaning Gusti lumantar kursus Alkitab tertulis, monggo kula aturi pepanggihan kalian Radio Advent Suara Pengharapan. Kotak. Я думал, это Japanese, это Japanese. Это какой Japanese, блядь? На языке, на котором разговаривают джавы, блядь, из «Звездных войн» или что? Это хинди. Я почему думаю, что это хаоса, потому что на хаосе... Ну ладно, хинди? Да. Джаванис! Чего такое джаванис, блядь? Смотри, мы закончили игру. Джаванис и Индонезия. Мне кажется, нужно последнюю делать и типа заканчивать. Лина, я скамметал, ли яндан ду быку мрач.
በኢኮኖሚውና ጥገኝነት ጥያቄዎችን ወደ ፓፑዋ ኒውጊኒና ናሩ በመላኩ ማቀፍ ውስጥ የተከፈፈ ነው በተለይም ኢኮኖሚው አቶ ራደም አው Я думаю, что это осетинский. Я тоже. Да? Да. Это Амхарисх. Амхарик. Он уже был. Мы уже слышали, не похож. Даниш точно нет. Не знаю, как выглядит Даниш, но это точно не он. Французский явно нет, поэтому мне кажется... А ты молодец. Ты молодец. Хорошо. Ты победил. Сука, Амхарик. Мы же его слышали, он другой. В прошлый раз мы выиграли и проиграли. Ну ты выиграл, я проиграл. Ты пил? За прошлый раз? Да. А как ты успел налить? Ты не за прошлый раз. Слушай, я налил еще раз. Он наливал еще раз? Я наливал, бля, все, я тебе... Вообще ты в прошлый раз проебал. Ты мне... Стоп. А, до этого я... Ты проебал, а я налил, в смысле, да. То есть, нет, ты налил во время паузы. Сейчас я пью одну и пью еще одну, за еще один проеб. Нет, ты тут, блядь, нет. Почему? Вот до этого был язык. Мы проебали же? Когда? Нет, нет, блядь, мы все что запили, нет. Вот, до этого был язык, мы проебали еще, помнишь? Ну и мы выпили за это. Я сказал, мы не пили, я точно не пил, и ты не пил. Ладно, мы выпьем тогда, придется две пить. Две пьем. Мне кажется, я этого не помню. Камера все видит, вот камера все видит, она все записывала. Если ты сейчас думаешь, что ты... Ах, погоди, за здоровье. Россия. Зачем, нахуй я, погоди, стой. Нет, с лимончиком пьешь, конечно. С солью, блядь, тебе бы еще больше понравилось. Смажь лимон с солью и попробуй сюда лимон. Я не ем солью, потому что соль вредная для здоровья. Я бухаю текилу. Я что, враг своему здоровью соль ем? В таких количествах. Ладно, чипсы. Но соль есть? Не. Это уж увольте меня, пожалуйста. Короче, я вчера предлагал, если мы не купим соль, закусывать, точнее, намазывать на лицо вот это... Ой, блядь. Намазывать на руку приправку от доширака. Заебись. Я тоже думаю, что там... Вике не понравилось. Там почему? Это первый идет соль. Вот, потом и я о том же. Еще и глютамат. Какая-то хуйта. Так с ним же вкуснее. С ним все вкуснее. Так, что мы вторую, да, хуярим? Я не знаю, нам уже похуй, на самом деле, кто виноват, кто выиграл. Может быть, мне я... Мне похуй. Мне тоже. Базаришь? Конечно. Может быть. Почему я умер? Ты умер? Ну, если мы сейчас играем в Рому Англичанина, то да, я умер. Бля, я хотел катануть Рому Англичанином. Они прям... приезжали к нам в город, кстати? Да. Но без Ромы. Не, она говорит тебе, почему, говорит, у Ольги Бузов столько такая охуенная хейт-база. Я говорю, ну потому что она... Хуй это делает? Нет, не поэтому. Потому что она стала известной благодаря тому, что она, блядь, никчемная, нахуй. Потому что она просто за счет бабок, нахуй, стала известной, вот и все. Смотри, да точнее, нет, смотри, ну, нет, она не за это стала известной. Текстовишь ДСТ, допустим, текстовишь ДСТ, музыку какой-нибудь другой охуенный музыкант. Все, что... И вокал есть какой-нибудь другой музыкант. Да, и даже она петь не умеет. Нет. Бузова, братан... у нее столько вот фанатов, сцены. Потому что у нас дома два. Да. Да, и понятно, она сколько что... лет в доме два. Ты представь, есть люди... За здоровье. Жизнь которых началась... И идет до сих пор с Дома 2. То есть уже есть поколение, которое выросло на Доме 2. То есть есть люди, которых она с самого детства взращивала на себе. Ее знают. Даже если она стрёмно поет, никто не заставляет ее слушать. Блядь, это не нравится, это же... Нет, это все понятно. Это же по нише. Воля к власти. Играет суть личность, которая стоит за это словами. Ясно, это все понятно. Слова. Это все понятно. Она, блин, извините, у нее еще горы, например, клевые. На нее приятно посмотреть. Да, понятно, что у нее клипы заебатые. Она не выглядит, как девочка-обосранка с улицы. Ну, блядь, если... Сейчас она заканчивается. Если выбирать между Ольгой Бузовой и Серебром... Я выберу Серебро, блядь. Серебро охуенно. Но песня, конечно, Серебро говно. Ну, нет, ну, у меня одна есть. У меня вот... Да, бля, у меня вот... Понятно, что да. Вы же LG? Вы LG студия? Нет. LG. Знаете что, если бы я хотел смотреть... Такое говнище, но биты охуенно. Музыка классная, а текст говнище. Если бы я хотел смотреть на лайв-выступление, я бы, блядь, слушал нахуй только... Вообще, в принципе, только олдскульных рокеров. Я бы вообще не слушал ни Бузова, ни Серебро. Вот именно. А Серебро, нахуй, вот... Не, лайвы у Ленинграда. Ну, я не знаю, я честно... Ленинград. Я знаю, я не слышал их... А Noise MC. Лайвы Noise MC. Ну, Noise MC, конечно. А Оксимирон, а его лайвы? Стоп. Что нет, вы? Лайвы Оксимирона неплохие, но они... Но это же не трек, это не трек. Это, блядь, Live Oxymiron это не Scorpions, нахуй, это не Iron Maiden, ебать, это не Pink Floyd. Ну да, нахуй, кстати, эта хуйта нужна. Конечно, если есть Oxymiron, куда там. Ты знаешь, кстати, что сейчас многие школьники думают, что Pink Floyd это альбом Фараона, нахуй, они не группа известная. Ну, блядь, не такая, значит, известная группа среди школьников. Да ладно, ну, среди школьников, конечно, но просто в том, что... К чему я вообще-то все договорил?
Я забыл, к чему это все говорил. Ой, давай. Лайф. Самые охуенные лайф, они все-таки у рокеров. А, блядь, даже Оксимирон. Может, потому что рокеры музыканты? Так мы ж типа про музыку разговариваем, нет? А хип-хоп был изначально создан теми, кто не умеет делать и не шарит в музыке. Но все-таки они позиционируют себя как музыканты. Об этом я и говорю, что. Какой нахуй они музыканты? Окей. Если можно назвать совокупление музыки с поэзией. Совокупление. Музыка, это не музыка. Совокупление говна. Это никогда не была музыка. Если какие-нибудь Джак Калифы или скриптониты хотят делать это музыкой, пойдет это музыкой, но. Это уже будет далеко от хип-хопа. Об этом я говорю, ну, блядь, хорошо, но мы сейчас говорили конкретно про лайв-концерты. У Оксимирона лайв-концерты, ну, они нормальные, они не зашкварные. Они не блевотные, Вот, да. Все. Это да. Но это не тот мега. Это не тот уровень. Это не тот уровень, на котором должен быть лайв-концерт. Но это видео не о том. Блин, у нас Россия это видео. Лайв... Россия. Вся под фанеру поёт. Давайте поговорим о России. Стоп, нет, всё, меня забанят. Мы продолжаем следующий уровень. Политики. Когда начинают работать 68 часов, то будет появляться含氧量超標, УЕА это чё? УЕА это кантонский. Кантон. Так что выяснили, что это кантонский. Тамил это чё? Не знаю. Значит, это китайский кантонский. Да нахуй ты подсказываешь ему, зачем я без нее знал, что китайский кантонский. Почему? Нет, там просто есть знакомый. Это китайский язык. Да, там есть, короче, знаешь, как ты определил? Как человек, который знает иностранный язык. Погоди, у нас рынков дохуища, одни китайские. Так, там сейчас 10 минут. Бандика может пиздить 10 минут. Мы просто проверим и потом скажем, да или нет. Да, все, сейчас. Ты думал так же? Да. Итак, короче, это все-таки был китайский кантонский, да. Я тоже так думал, ну, конечно. Так вот, да, потому что там были слоги, такие же слоги, как в китайском языке, и были некоторые слова. Чувак, вселенная какой-то есть без меня. Все понятно, ты вспотел, тебе жарко? Мне жарко. Потому что, да, а вот представляешь, вот мне вот так же эта хуйта постоянно, блядь, ебашит. Между нами тает лёд. Стоп. Вот мы на студии записывали, мне эта хуйтень тоже в голову ебошила, блядь. Ты ебал под софитами стоять, пиздец. Morning, morning. Это джаванис. Не знаю, что это, мне кажется, это он. Да, Чинаву. Он сказал Хунг-кунг. Хунг-кунг это Гонконг. Скорее всего, это Гонконг. Чинаву. Да, да. А я ж проебался тогда или нет? Ну, ты потом поменял мнение свое. Ты ж, ну, а, да, мы так догадали. Да. Китайский было, юэ, да, да. У тебя было время до конца. Да, да. Дальше поехали. Ты заебал, ты на нее озвучил, она СМИ. Да нет, я не знаю. А нас вы... Погоди, вот из вариантов. French, Russia, Amhari. Вы мне не поверите, но она смеялась, только она знает китайский язык. И только началась... Знаете, что она сделала? Она сделала... Дело не в этом. Амхари, погоди, вот Амхари, вот потом загуглишь. Мне кажется, Амхари это откуда-то из... Я не буду гуглить. Погоди, загуглить Амхари. Мне кажется, Амхари это где-то на востоке. То есть, типа, ну, ребята там, где пустыни или Африка, это вот Амхари. Или, возможно, очень жаркая Азия. Но тут был... Я тебе дохуя налил. Тут было, что это Чина. Эфиопия. Вот, я же сказал, что это где-то есть пески. Да, это Эфиопия. Амхари. Но это не было похоже на... Короче. Подожди, потому что негры говорят по-другому. У них другие губы. Короче. Это не был френч, это не был рашен. Французы говорят «Франс-хэ». Русские говорят, ну, как я говорю. Значит, это был чина. Это был короче, он пиздобол. Это я вам сразу говорю. Он пиздит. Он пиздит вам, я вам так скажу. Хочешь быть с Христом, иди с ним до Голгофы. Короче, смотрите, что было. Начинается вот этот язык, это мандаринский, и девочка, которая сидит за кадром, засмеялась. Знаете почему? Потому что она тоже знает китайский, мандаринский. И она заугарала. И он посмотрел на нее и такой... Такой, типа, ой, да это, конечно, мандаринский, и так все понятно. У меня сложилась логическая цепочка. Какая логическая цепочка? Все понятно. Короче, ясно. Ты больше не смейся, когда будет мандаринский. А мы поехали дальше. Как же тут рада, ёпт!
et bien c'est eux-mêmes. Ouais, c'est seul aux États-Unis, nous, ouais, qu'ils ont quitté forme, ils ont envie de percer. Et nous souhaitons que bagay ça, et bien, ils doivent changer. Parce que nous avons gardé toute activité ça, mais nous avons gardé un temps les visites. Мне кажется, je vais dire. Un temps activité religieuse. Даниш, я думаю, что вниз. Просто там нотки Франции, причем мне кажется, что Франция все-таки это больше к Африке. А Джованис африканский язык. Гаитянский. Кто знал, кто знал. Кто ж мог подумать, у нас еще одна жизнь осталась, и мы, наверное, заканчиваем на этом наш урок, как можно это хуй-то назвать. О, блядь. Я надел слишком дохуя. Наркотики, да. Это плохо. Да. Я бухаю, мне похуй. Жру таблетки, мне похуй. Я только ножку жру. Трахну суку без гондона. Мам, папа, отвернитесь. Прикинь, вот честно, я трахал всех сук без гондона и никогда ничем не подхватил. Но ты не знаешь, ты не пробовал, ты не проверялся. Ну, я уверен. Ну, короче, не важно, это все не важно. Важно в том, что ты просто не в курсе. Погоди. Что важно, а что не важно. Да иди нахуй. Давай, пожалуйста. Может, по диогену? По диогену ничего не важно. Давай сейчас мы уберем всю философскую хуйту и сделаем это видео веселым немножко. О чем я хотел сказать? Я забыл, похуй, следующий. Это не о том, Витас. பயங்கரவாத செயல்கள் குறித்த விசாரணைகளில் போலீசின், குறிப்பாக டெல்லி போலீசின் பொறுப்பற்ற அணுகுமுறையானது பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான நாட்டின் போராட்டத்திற்கு நீண்ட காலமாகவே தடை ஏற்படுத்தியே வந்துள்ளது. பல வழக்குகளிலும் உண்மையான குற்றவாளிகள் தொடர்ந்து பிடிபடாமலேயே இருக்க அந்த குற்றங்களுக்கான பொறுப்பு அப்பாவிகள் மீதோ. Это как теория большого взрыва. Это Томил. А мне кажется, итальянский. Давай, я чаще сейчас. Томил. Возможно, потом я поставлю Ебалы. Ебой. Возможно, я поставлю баллы. Сейчас нет. Ясно. Кто-то сейчас будет блевать. И это не я. Ты бьешь. Ну это я помню. Где мой лимон, нахуй? Вот лимон. Ты заебался уже, в смысле? Подожди, стой. Давай мы доиграем, и ты закончишь. Просто у меня все. Че? Думаю, да. А, нет, все, мы закончили, да. Это последний сейчас. Блять! После себя не в запал? Да. Не, ну так игра закончится, ты щепешь и мою рюмку. И твою тоже? Она же осталась. Ну да. Типа, мы же будем это выливать. Логично? Ты все равно будешь топить. Я не буду топить. Я ненавижу текилу. Я прям не люблю текилу. Я не люблю текилу и виски. Я люблю водку, абсент, чем-то еще, я не знаю. Возможно, чем-нибудь яблочную водку, я не знаю. Но не текилу. Почему? Да не нравится мне вкус текилы. Вот. Еще виски с пивом более-менее. Ты реально не... Ты хочешь сказать, чтобы я это хуйту один выпивал? Я пить-то мы будем, но не люблю это. А-а-а! Спонсор нашего сегодня... Не выключай. Спонсор нашего сегодняшнего вечера... Хосе Гуэрво. Скорее всего, это какой-то революционер. Фу, блять, Хосе. Это имя прям... Ну ты прочитала как... Хосе, если он через Джей. Ну, может быть, Джосе, но почему-то мне кажется, это Хосе. Это же Мексика. Кроме Хосе, из Мексики ничего не знаю. Это слишком по мейнстриму. Хосе Гуэрво, это по-любому какой-нибудь революционер. Ебать, вы бы знали, как в этой хуйте жарко, нахуй. Ну и просто потому, что сегодня такой имидж. Вот. Короче, мы дописываем 10 минут, сколько там времени уже? 9.33. Мы дописываем 30 секунд. Что бы я вам хотел сказать? Хотел сказать, не пейте никогда алкоголь, не употребляйте наркотики. Текила это плохо. Ну, я допиваю эту хуйту, запиваю пивом, и мы заканчиваем. Да. С вами был Бородатый Лингвист. Подожди, рано еще. Вот я это сделаю. Давай поставим от того, что типа эффект типа пука. Типа не взрывал, а пука. Она не умеет взрывать. Ты же говорит, с вами был Бородатый Лингвист. Я ж буду, блядь. Сейчас я выпью. Мы типа пока идем в клуб. В общем, на этом наш урок. Урок, нахуй, настолько бесполезная поебистика. Но если вы пожрали по этой хуйне и вам было весело, то... Пожрали? Ну, бля, поели. Так покушали. Я дело, рубашь вес на ютубе и жрёшь, сидишь. Да, и жрёшь. Утром, я просто так вечером. Делаю, да. Если, короче, вам понравилась вся эта поебистика, которая сейчас тут происходила, то ставьте лайк. Если не понравилось, не ставьте дизлайк, это не важно. Вы напишите в комментах, ты охуел, черт
больше такой хуй ты не делай. Мы подписывались на образовательный контент, а не эту хуйню. Если будет смайлик, я пойму, что вы шутите и троллите меня. Если не будет смайлика, значит, ну, типа, бля, ну... Я не буду больше такой хуйни снимать. Но вдруг, мало ли, может, вам не интересно смотреть на Хованского, там, на Кузьму, на Юлика. Может, вам интересно смотреть на меня. Не знаю. Короче, помните, что английский — это слишком изи. Давайте, все, пока. С вами был бородатый лингвист. Я уже говорю, английский — это слишком изи. Пизду. Пока.